Всем привет, с вами Сусанин, и это Nissan Leaf. Я вам сейчас покажу, как он включается, и его ближний стандартный свет. Leaf 2013 года. Смотрим. Вот такая вот красотень на приборке, 143. Это полностью заряжен. Показывают, при такой езде, манере езды, как у меня, 143 километра хватит. Так, включаем габариты. И включаем ближний. Ближний хоть и видно что-то, вроде что-то видно, но когда ты едешь на трассе или на дороге обычно, сухой, вообще ничего не видно. Честно вам говорю. Мягко говоря, плохо. И дальний. Так что расскажите и покажите, кто какие лампы пользует. Обязательно себе поставлю и сниму обязательно на них обзор. Все, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите обязательно в комментариях, какие у вас лампы. И что интересного снять на этот вот маленький такой автомобильчик. Nissan Leaf Electro Car. Всем удачи, всем мира. Пока-пока.